случая, чтобы лишний раз не представить. Итак, у меня в гостях Савинич Елена Санна, она же по совместительству мой друг, она же по совместительству выпускница Госуниверситета аграрного, она аспирант, она устроилась на работу инженером в крупнейший вуз Сибири, да, правильно? Так, на инженерную должность. И она представляет нас, будет представлять, это мостик в научный мир. А какой из этого полюса мостик, мы сегодня узнаем. Я не готовил эту передачу с ее участием, поэтому ее участием, это будет скромное, но я все-таки ее достану. Так, второй, это ее родной брат, так, Иван Александрович. Вот пока еще на уровне юнги, если брать по-морскому. Так, я надеюсь, его видно. Добрый вечер. Здравствуйте. Специально не готовились, но экспромт, это, хоть и говорят, хорошо подготовленный. Это когда экспромт, но это шутка. Поехали. Начало обычное. Вы мне, друзья, испортили уже каждый вебинар, когда в последний момент приходят письма и давай ответ. Так, здравствуйте, Олег Константинович. Купила летом ваши обучающие программы по питомниководству. Все прошло, очень понравилось, все конкретно, информация стоит дороже. Это в каком смысле дороже? Я вам не за 5, а за 3 тысячи, по-моему, продал. Да? Вот, благодарю вас за вашу работу. Да, это совместная работа моя с этим, с Антоном Валерьевичем. Если 9 пополам, не так уж мы разбогатели, но главное, эта информация... Ваши слова дорого стоят, что стоит гораздо дороже. Благодарю вас за вашу работу. Не представляете, как помогаете людям. Так, несколько лет назад брала ваши котики. Показывают себя великолепно, но пока не плодоносят. Ну, котики это 4-5, не повезет 6-й год. По сравнению с другими абрикосами из котиков выглядят мощь, по сравнению, мощь и красиво. Сами деревья большие, листья большие, шипов нет. Еще были шипы на абрикосах. Вижу, что косточки ваши реально не простые, а золотые. Решила заложить питомник абрикосов. Вот наша, прибывает наша, это самое, как говорится, семья. В вашем курсе вы говорили, что при покупке от 1000 штук косточек делаете скидку. Одна косточка будет не 25 рублей, а 20. Действует ли скидка, если закажу 1000 косточек? Теперь так, у меня с ней была переписка. Во-первых, я здесь показываю, за что она заплатила 3000. Вот. Внимательно прочтите и поймете, что это особое, это в наши бессонные ночи с Антоном Валерьевичем Сафроновым. Наши заработанные, а фактически не заработанные деньги. Спрос чуть выше нуля. Вот. Теперь так, я ей ответил, почему. Это не навязчивая реклама. Вы отстали от жизни. Лично ваша скидка 30%. Почему? 20% обещано за крупный заказ. А так как вы уже, я же вижу своими глазами, что вы заказывали косточки. А помните, заказ был 10% скидка. Кто уже не первый, вот уже 30%. Видите, вы хорошо сэкономили. Ну, худо-бедно, но и от вас. Вы потом больше 1000 заказали и 21 тысячу с копейками прислали. Вот. Оправдаются ли они? Так, если округлить. Если округлить, допустим, 1000 косточек, это вы потратили. Если бы 1000 была ровная, так удобно считать. 1018, так. Если по 180 рублей. Ой, нет. Я не это самое. Я вот сейчас пытаюсь посчитать, на каком этапе вы окупите деньги и будет ли у вас прибыль. Я вспомнил про саженцы. По 150, по 200, по 300 рублей. Естественно, все они умрут. Но это ваши конкуренты. Ну а что, рискнули, посмотрим. Итак, что я дальше пишу. Надеюсь, на первом этапе вы хотите посадить 1000 моих сыновей манжурцев, патриарха. Ну, правда, вы их заказали 1500, остальные культурные. Но хозяин барин. Так, потом... Или продадите их как полукультурные, или закажете черенки суперабрикосов, или пополам. В случае согласия, я еще свои, как они называются? Бонус. Бонусы. И, наконец, вы заплатили на тот момент, первый, потом еще меняли цифру, но солидную цифру. И все-таки, если вы помните, я на прошлом вебинаре вам показал первый урожай,
Там было раскидистое дерево, Сергей его саженец перед высылкой половину. Это будем сейчас проходить. Но важнейший момент, как вот один тот же саженец, да? Или два абсолютно одинаковых. Просто невероятно одинаковых, прям уже близнецов не бывает. Проходит 3 года, допустим. Один весь в плодах, а другой стоит мертвый. Вот это мы сейчас будем проходить, почему. Тем более шансов, что вот это, у российских садоводов большинства, чтобы плодносить, никакого. У вас будут. У вас будут. Вот оно. Вот. Теперь, значит, получается, там было саженец при высылке по половину верхней отрезано. И первый урожай видно было по плодам. Сколько там было? Ведер 2-3. Да все, уже окупило. Первый урожай его окупило это все. Так, теперь.